Ну что же, всем привет, мы возвращаемся в Henry Stickmin Collection, и я пропущу это уже. Эпизод первый. Побег из тюрьмы. Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. У нас опять посылка, мы опробовали два способа в прошлый раз, поэтому попробуем сбежать еще одним способом. Я, правда, не помню, сколько тут реально возможности сбежать, но все же. Да-да, увидимся. Тортик. Мы использовали телефон, дрель. Да, телепорт. Он никогда не работает, но вдруг... Ну да. Стой, 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 стой. О, удалось. Мы не использовали Energy Drink и заточку. Давайте Energy Drink используем. Тут должна была играть музыка... как она называется? Что это такое? О, пончик. Короче, играть музыка из людей в XX. Вот. Прикольно. Да, это стоило узнать раньше. Давайте за точку. Напильник, точнее. А, есть выбор еще. Че, реально удалось? Ой! Упс. Сам себя зажарил, чувак. Конечно, гранаты. Yo, check yourself. Хорош, Генри. Значит, на стуле сбегаем. Ну, в смысле, с помощью стула сбегаем. А, я думал, это мы выбрались. Кажется, это не так работает, но ладно. Кажется, это был не парашют. Почему это так забавно? Мы сбежали из тюрьмы, кстати. Первый эпизод пройден, двигаемся дальше. Получили еще одну ачивку. Третья, кстати, третья концовка из трех. Да, да, да. Так, в прошлый раз мы врывались громко, давайте в этот раз по-тихому, как и в первый раз. Чередовать, так сказать. Мы пробовали уменьшительный луч, не помогло, это помогло, это не помогло, телепорт...
Нет, пробовали, кажется, телепорт не пробовали. Давайте попробуем. О, слушайте, первый раз с телепортом нам удалось. Отвлечем монеткой? Нам удалось отвлечь. А... В смысле, без каких-либо... Я думал, мы там, не знаю, с помощью какой-нибудь веревки, вот как здесь. Тяжеленький. О, катана. And after that, they just up and arrested him. What? Really? Yeah. Ух ты. О, нам удалось свалить на него. Ух ты. Невидимый грабитель. Еее. Ну мы, кстати, красавчики, мы выполнили это. Судя по всему, даже 112 миллионов получили за все. Кстати, третья концовка открыта. Из трех. Ну вот в третьем и пятом эпизоде больше всех. Даже не в третьем и пятом. Там третий и четвертый играет роль, получается, да? Я помню, что у меня биография уже есть у всех. Главарь посередине, а справа от него правая рука. Логично. Да. Чарльз, если не смотрели прошлый ролик, посмотрите обязательно. Так, мы как пытались попасть? Слева, сверху. О, не знаю, насколько поможет, но пусть. Реально помогло. Надо было отойти. Подожди, или что? Чего, блин? Почему так быстро пройдено? Ах ты падла! Ах ты падла! Я думал, мы выиграли. Ну ладно, это было логично, потому что, ну камон. То есть ничего не работает, надо вернуться обратно, что ли? Давай сюда. Что это такое? Ждем. О. Скачанные. Серьезно? В пятую цивилизацию решил сыграть? А, подожди, не получится ничего. Скачанные машины. Гифки с машинами неплохо. Да вот, в смысле. Понятно. Не получится ничего больше сделать. Время быстро пролетело. Сколько получается? Часов 8? Стикхолм. Ладно. Я хоть раз ожидал, что он пойдет в угол. Получили ключик. Ладно. Вентиляция так вентиляция.
Не туда засосала. Что это такое? Надшот Кроуэр. Телепорт в этот раз не сработает, я чувствую. Значит, полетели. Это странно, но оно сработало. А, то есть нам повезло, да? Да ладно, нам ключ помог. Мы спасли чувака с помощью ключа. А обратно кто превращаться будет? Че это серьезно? О, там этот был. Копак, Shrinking Grow. Так, тут больше ничего нельзя скопировать, нет? О, биосы. Like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? All right, move to Plan B. Call in reinforcements and move in. Ну в смысле, что происходит? Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to. Что происходит? Все, на нас начали нападать, да? Ну на нас, в смысле, на корабль этих. Мне нравится броня из Fallout. Ну, хоть не, с Fallout не перепутал. Fallout плюс отсылка опять на Наруто. О, CC, Containment Center, который. Chaos Containment Center. Или Center for Containment. Подожди, там Наруто был, там Наруто был. Стой, стой, не успеваю, не успеваю, не успеваю никого протыкать. Камон, успокойся. О. $650 мегабайт, $700 мегабайт, $700 мегабайт. Непонятно что. Габен. Что за габен? Игра зависла. Очень прикольно. Прототип, что бы то ни было. Стой, не успел третьего. Да, чувак. Orders, Captain. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Все? Муа. Нормально. Хладно. Чистокровный вор. Хе-хе-хе. Уху! Молодцы. Еще одна концовка здесь будет. Мы это помним. Вот, а этот раз на четвертый нам. Побег из комплекса. Я предлагаю с Элли сбежать.
снова. Капец, он из темноты появился, да? You wait here until cell found. Ну да. Is Grigori? Yeah, you know new one, Henry. He's dead. Yes. Put him with others. Okay. Ну вдруг сработает. А, понятно. Давайте опять с Элли. Я предлагаю ее снова спасти. Вдруг в этот раз по-другому как-то пойдет. Не хочу я один сбегать. Дело, что мы можем, конечно, убежать одни, но... Это было бы неправильно. Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Мне кажется, про Хардстоун, нет? Oh yeah, last night... Okay. Элли такая, ну ладно, фиг с вами. А дальше что? Мне нравится эта штука. Oh yeah, last night, I kept facing the same deck. Hey, buddy. Ну да, оно бы здесь не помогло, ну да ладно. Так, двигаемся дальше. Этого чувака мы заметили. Помню, что надо... Да, а слушайте, интересно, а с Элли только что ли одна концовка может быть, да? Ну, кому-то нравится, когда его придушивают, судя по всему. Простите меня, моя пошлости. Буньк. Стой, 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 стой. О, нового кого-то. Так. Кажется, вот так было. Да, сработало в этот раз тоже. Hey, I just grabbed these. Maybe they'll come in handy. I thought you press. Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the 8th floor. Это что, отсылка на... Элей Нуар? Неплохо, неплохо. Ну и все, что ли? Ой, блин. Там был... Ой. Ну ладно, тут только один способ был, к сожалению. Так, как мы сбежали? Мы на мотоцикле сбегали. Пробуем. Ой. Что это? Ну там кто-то же еще. Что значит, что это, что нам нужно было? Ладно, придется снова на мотоцикле сбегать, судя по всему. Well, if it isn't Henry, there has not been an incident here in 50 years, and the day you show up, this Henry. Короче, с Элли двоими только один побег возможен. Но это круто было. Конвикт Элиас. Лайс. Фиг его знает, с прошлого раза так не научился. Тут три еще концовки. Какого фига? Скажите мне, пожалуйста, какого фига? Я выполнил снова на ту же самую, на которой я и был. Ну и вот это вот задание, если не ошибаюсь, Pure Blood Thief. И Convict Elias. Elias. Ну фиг с вами. Запускаем. Это же, да? Это. Мы украли. Да.
Третья концовка из 20 плюс-минус. Ну, я предполагаю, что 20. Могу ошибаться. В смысле, New Bio. А чью Bio поучёный, интересно. Ну, как сказать? Это что? Обалдеть. То есть у нас тут целых X3 встреча? Gotta get out of here. We're sitting ducks. Что-то произошло. Let's try and get up to the two enemies towards the launch tower. Это сработало? Got one of them right here, bro. Nice. Now where's the other one? Ну, допустим. Нормально так. Неплохой повтор. You good? All right, let's get going. The rocket is launching in 2 minutes. Две Once минуты. We get to the top of this tower, we'll cross the bridge and be on the rocket. Hopefully, the Top Hat Clan will let us join. После того, что я с ними сделал, сомневаюсь. They are here on the bridge. Да. Open fire. Roger that. Roger that. Как это понимать? Серьезно сработало? Quickly. Hold it. You're not Top Hat. No. We're here to join you. We're wanted, just like all of you. Wait, you're the guy that stole our ruby. You do have some skills. We'll let you join, as long as you return the ruby. Don't move! Those two belong to me! You're coming with us. Yeah, this is Charles. Following up on that disturbance we saw at the bridge. Yeah, turns out the top ad leaders are here. Wait, is that Henry? Henry? Come on, help me take down the top ad! То есть нам, мне нужно выбрать сторону прямо сейчас. Как это прекрасно. А с нами что будет? Мы просто отцепимся, упадем, разобьемся или что? Или... You two will never see the light of day again. И зачем я это сделал? Это тоже концовка, мне просто интересно стало. Огонь, JJ, что-то. Я за правительство. Найс. Ей! Победа с правительством! Мы, конечно, могли бы перепройти сейчас последнее. Вот. Ну, короче, мы могли перепройти, попробовать. И с топ-от-кленом быть. Вот. Но... Pardon Pels, почему бы и нет, спрашивается. Давайте на этом закончим все-таки. Если будем переходить еще раз, мы обязательно встретимся с новой концовкой. Так что, в любом случае, всем спасибо за просмотр. И до скорой встречи. Всем удачи. Всем пока.